Ипотеку на жилье в Магаданской области можно взять под 2%. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, которое позволяет воспользоваться дальневосточной ипотекой еще большему количеству россиян. Жилье на вторичном рынке можно приобрести на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Раньше это возможно было сделать только на территории сельской местности. Новое условие будет действительно при заключении кредитного договора на дальневосточную ипотеку до конца 2021 года. Кроме того, жители других регионов России смогут воспользоваться льготным кредитом по 2% при переезде на Дальний Восток. Если кредит выдается на строительство дома, в качестве залога теперь можно использовать недвижимое имущество из любого региона. Также увеличили максимальный срок погашения с 240 до 243 месяцев. Это касается участников региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Специалисты считают, что такая мера поможет привлечь в Дальневосточный федеральный округ высококвалифицированных специалистов.